Сегодня 3 февраля 2014 года. Я нахожусь в Гуаварамболе с октября месяца. Часто приходилось такое наблюдать, но обычно я понимала, куда они бегут. Только что сделана уборка, нигде нет ни еды, никаких гусениц. Они обычно за гусеницей бегают иногда. Так вот, что произошло? Сделана уборка, не было муравья ни одного. Сейчас они откуда-то там все из стены вылазят. И что происходит? Они все бегут. У них прям какое-то очень важное событие, видимо. Они бегут, бегут, бегут и бегут на кухню. Чтобы было понятно, это у нас кухня. И, собственно, вот эта дорожка муравьиная, очень оживленная. Они все бегут, бегут, бегут и бегут куда-то туда. Там нет еды. Там нет ничего. Видимо, какое-то отверстие в стене. Однажды они так бегали за орехом. Они бегали и растаскали орех целиковый кешью. Где-то примерно за полдня. Они его просто раскрошили каким-то образом и перенесли в другое место. Сейчас непонятно, что происходит. Некоторые муравьи почему обратно бегут? Вот такие дела.